Наверное, мало кто из нас задумывался всерьез над тем, что человек живет в мире бактерий. Они обитают снаружи и внутри нас, а их разнообразие не поддается точному исчислению. Только представители микрофлоры кишечника человека насчитывается несколько сотен видов. Одни из них нам дружественны и приносят пользу, другие, напротив, доставляют массу хлопот и неприятностей. Друзья, разделяя каждую нашу с вами трапезу, поставляют нам необходимые витамины и нормализуют обмен веществ. Такие микроорганизмы мы называем симбиотными. Враги, питаясь продуктами распада белка нашей пищи, вызывают ее гниение с образованием токсичных для человека веществ, так называемых птамаинов, или по-другому трупных ядов. Такие обитатели нашего кишечника относятся к вредоносным, или по-научному патогенным микроорганизмам. На самом деле, классификация микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека намного сложнее. Но для того, чтобы понимать основную суть взаимоотношений человека и его невольных обитателей, достаточно этого простого распределения на друзей и врагов. Итак, теперь мы знаем, что внутри нас могут жить как полезные, так и вредные микроорганизмы. Одни помогают нам сохранять здоровье, другие отбирают его. Имеем ли мы право выбора, с кем из них нам жить и соседствовать в нашем собственном теле? К счастью, да. Для этого необходимо лишь знать, какую пищу предпочитают друзья, а какую враги. Используя это знание на практике, каждый из нас сможет самостоятельно выбирать, чем и кем наполнить свой внутренний мир, а также то, какими красками будет окрашена вся его жизнь. Вы, наверное, думаете, что эти знания будут сложны и запутаны. Успокойтесь, все предельно просто. Запомните, патогенные микроорганизмы растут и размножаются, используя в качестве пищи продукты распада белка. А это значит, что чем больше в вашем рационе продуктов с высокой концентрацией белка, тем активнее будут развиваться процессы гниения в вашем кишечнике. Наши друзья, симбиотические микроорганизмы, предпочитают пищу в избытке, содержащую углеводы и растительную клетчатку. Именно поэтому рацион, состоящий преимущественно из фруктов и овощей, отличающихся низким содержанием белка, благоприятно сказывается на состоянии микрофлоры кишечника человека. Углеводы этой пищи, а также нерастворимая клетчатка, содержащаяся в избытке, особенно в овощах, становятся питательной средой для симбиотических микроорганизмов. В свою очередь, активно размножающаяся симбиотная микрофлора снабжает организм человека витаминами, а также расщепляет своими ферментами нерастворимую клетчатку до простейших веществ. Эти вещества, в основном летучие жирные кислоты, организм человека может использовать как энергетический ресурс, особенно ценны для эпителиальных клеток слизистой кишечника. Летучие жирные кислоты являются основным источником питания этих клеток, обеспечивая их энергией почти на 70%. Возможно, отсутствие именно этого важного метаболита в обмене веществ колоноцитов на диете, изобилующей рафинированной животной пищей, приводит к развитию различных патологий толстого кишечника, в том числе и раковым заболеваниям. Помимо нормализующего воздействия на микрофлору и слизистую кишечника, клетчатка растительной пищи способствует усилению перистальтических движений в желудочно-кишечном тракте, предотвращая тем самым нежелательные застои пищевых масс. Подавление жизнедеятельности гнилостных бактерий и размножение симбиотной микрофлоры возможны благодаря избытку углеводов и клетчатки, а также низкому содержанию белка в пище. Еще одной важной особенностью диеты из овощей и фруктов является наличие в тканях растений биомедиаторов норадреналина, адреналина, серотонина, дофамина и гистамина, а также их предшественников аминокислот тирозина и триптофана в свободной форме. Эти вещества играют важную роль в регуляции метаболизма у живых организмов, и поэтому дополнительное их поступление с пищей улучшает обмен веществ и повышает жизненный тонус человека. Такие уникальные свойства рациона из овощей и фруктов приводят к тому, что у человека заметно улучшается самочувствие, повышается физическая выносливость,
и появляется хорошее настроение, а в его кишечнике практически полностью прекращаются процессы гниения пищи. Это изменение внутреннего мира человека играет важнейшую роль в оздоровлении его физического тела и психики. Но чтобы понять значимость этого преображения, необходимо хотя бы в общих чертах знать, как гниение пищи отражается на состоянии здоровья человека. Продукты гниения белковой пищи – это индол, скотол, меркаптан и многие другие токсичные вещества, которые легко проходят барьер слизистой кишечника человека и поэтому свободно попадают в кровеносное русло. Отравленная этими ядами кровь из кишечника в поворотной вене попадает в печень, где в череде биохимических реакций происходит их нейтрализация. Помимо эндотоксинов, в кровь зачастую попадают и продуцирующие их патогенные микроорганизмы, что оказывает нагрузку не только на печень, но и на иммунную систему человека. Мало того, в некоторых случаях у человека процессы гниения развиваются столь интенсивно, что поток эндотоксинов превышает возможности клеток печени по их нейтрализации. Тогда эти яды разносятся по всему телу, нарушая нормальный метаболизм и отравляя каждую его клетку. Гниение и вызываемая им повышенная нагрузка на печень и иммунную систему не проходит для человека бесследно. В его организме увеличивается образование свободных радикалов, которые могут вызывать повреждение генетического аппарата клеток, что, как известно, становится причиной раковых заболеваний. На высокобелковом рационе вследствие повышенной активности иммунных клеток усиливается проницаемость капилляров и мелких кровеносных сосудов. Постепенно во внутренних органах возникают и развиваются очаги воспаления. Далее следует отечность воспаленных тканей, нарушение их кровоснабжения и обмена веществ, что в конечном итоге провоцирует развитие самых разных патологических состояний и заболеваний. С этого момента, я надеюсь, у вас есть достаточная мотивация для того, чтобы пересмотреть свой рацион с целью сокращения в нем белковой составляющей. Ведь теперь вы точно знаете, скольких бед и неприятностей можно избежать, кардинально изменив свою диету и внутреннее содержание. Попробуйте, хотя бы ради интереса, на собственном опыте испытать, что такое свобода от гниения. И я уверен, вам это придется по душе.